On the night of April 24, there was a drone attack on Smolensk, Voronezh, Kursk, Bryansk and Lipetsk regions of Russia. The Russian press reported on this. As a result of strikes carried out by Ukrainian kamikaze drones, an explosion and fire occurred in two oil refineries in Smolensk region and one in Voronezh region. There are no reports of casualties. Also, an attack was made on the Novolipetsk metallurgical plant in the Lipetsk region. It is reported that the drone was shot down and its remains fell on the territory of the plant. It is said that there are no casualties, as the Russian Ministry of Defense said that 8 drones were shot down in the territory of the country. Все, дорога не перекрыта, но в принципе ничего идти. Там дальше еще бочки по фокусу стоят отдельно, крыша их горит. Здесь основная часть, где были. Что говорят? Что говорят? Не разбираюсь. Утро начинается не с кофе. И говорит, только 2 взрыва. Это 2 оторвало. А еще 6 штук. Сейчас поприезжают. Дрончик прилетел, и не один, было 2 взрыва, большой огонь горит, справа огонь, еще 3, прям видно было, что это дрон летит, а там нефтебаза, небольшая, но все же таки, Яртовск, НПК, НПК, охереть. Аж слышно, как шумит, горит. Бля, на 4 раза бомбануло вообще громко-громко. К железке, что ли, пойти сходить поближе? О, кто-то там по железке, а это железники шарятся. Вокруг вот так. О, еще один. Горит уже все сильнее и сильнее пламя вообще.